Я приветствую вас на нашем канале «10 лучших островов для отдыха». В этом видео я покажу, что представляет собой перелет из Алматы в Доху авиакомпании Qatar Airways. Including the use of lighters, matches, and e-cigarette is not permitted on board, including the washroom. This aircraft is equipped with Oryx OnePlay, our wireless IFB streaming service. Enjoy streaming movies and TV shows from the comfort of your seat using your belt to be adjusted like this. Your seatbelt can be unfastened by lifting the flaps and pulling the belt apart. Oxygen mask. Should emergency oxygen be required during the flight, oxygen mask will drop down from the panel above. Каждый пассажир на борту получает вот такую подушечку и плед. А сейчас вы видите первый перекус, любезно предоставленный авиакомпанией Qatar Airways. А вот это второй перекус. Очень вкусно. Экипаж молодцы, гостеприимный, стараются ухаживать. При этом на борту есть русскоязычные стюардессы. Вы сейчас видели, как проходит перелет по маршруту Алматы-Доха. И не зря вам скажу, катарская авиакомпания занимает одно из ведущих мест среди авиакомпаний мира. Самолет прекрасный, экипаж выше всех похвал, питание отличное. Вот мы сейчас подлетаем к аэропорту Доха. Далее нам предстоит долететь до Дубая. И у нас был выбор, как туда добраться. Можно было воспользоваться услугами авиакомпании Air Astana, которая летает прямым рейсом Алматы-Дубай, но билеты там, как обычно, космические. Минимально было 580, а то доходили и до 700 долларов туда и обратно. А вот катарцы молодцы. Билет по маршруту Алматы-Доха-Дубай туда и обратно всего был 310 долларов, за что им огромное спасибо. Рекомендуем эту авиакомпанию. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До скорых встреч!